Электронные сервисы для бизнеса пользуются популярностью среди предпринимателей. В июне этого года стала доступна еще одна услуга – получение помещений и зданий без торгов за 1 рубль. Этот сервис предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства. А какие критерии? Это численность до 250 человек и выручку они должны превышать 2 миллиардов рублей. Основной критерий – это регистрация на территории Московской области. За 1 рубль в год предприниматели могут получить в аренду муниципальные и региональные помещения, у которых износ составляет более 80%. В свою очередь бизнесмены берут на себя обязательства в течение 1,5 лет провести ремонт или за 3 года реконструировать здание. По истечению 2 лет уже можно выкупить эту площадь. В части продвижения новых сервисов и программ очень важна информационная работа. Продолжайте с нашим медийным блоком отрабатывать эту тему плотно в средствах массовой информации, в соцсетях, чатах. Продолжайте также собирать предпринимателей. Мы это делаем зачастую очно. Рассказываем о нововведениях. Также в числе актуальных цифровых услуг для предпринимателей согласование вывески и получение земли без торгов под инвестиционные проекты. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».